Конверты с неизвестным желтым порошком получили в пятницу в генеральных консульствах США, Германии, Бельгии, Канады и Франции в Стамбуле. Из-за угрозы заражения сотрудники депмиссии были эвакуированы. В качестве профилактических мер в больницу отправлены 16 человек. Консульство Германии в Стамбуле, куда также попали подозрительные конверты, находится буквально за моей спиной, передает корреспондент Евроньюз. Эксперты уже взяли материал для исследования, проведена дезинфекция помещений, сотрудники проходят медобследование. Образцы с неизвестным пока веществом отправили для анализа в специализированную лабораторию в Анкаре. О результатах проб, как ожидается, будет объявлено в понедельник. Сообщается, что пришедший в американское консульство конверт не был открыт. Диппредставительство работает в нормальном режиме. Пока слишком рано делать выводы, но страны-получатели желтого порошка входят в международную коалицию, которая ведет борьбу с группировкой «Исламское государство».